Хей, Огей, с вами Шумики, и как вы помните, мы с вами пришли в Колизей. Да-да-да, тот самый Колизей, которым мы общались с другом, да, Нюм? Что это за место? Ладно, неважно, нужно отсюда выбраться. Заплачу все-таки этому челу Геос его. Только сначала нужно в эту сторону сейчас пройтись, посмотреть, куда этот путь держит у нас. Нормально. Так, наверху что-то есть, наверху ничего нету. Куда это у нас дорога ведет? Какой шанс того, что если я сейчас упаду, я сдохну? А, я не сдохну, конечно, но все же. Все же. Давайте, ладно, в Колизее поучаствуем, а потом уже спрыгнем. Значит, я могу пойти прямо. Да, сделать взнос. Что ж, испытание ждет тебя, пусть твоя битва будет славной. Чтобы приступить к испытанию, подойди к доске и поставь отметину, а там уже судьба твоя в твоих руках. Испытание воина. Сразитесь за Гео и яичную амулеты. Ячейку амулета? Так, оставить отметину и начать испытание? Нет. Я хочу спуститься вниз. Пройти на скамеечку, отдохнуть, спрыгнуть, посмотреть, куда это ведет. Окей. А с той стороны я тоже, да, не могу войти? Ну, то, что будет, скорее всего, закрыто, да? А, да, тут и так закрыто. Ну чё, за ячеечку, ребят, я вперед пытаться. Попытаемся. И? Колизей, глупцов. Ого. Все? Так, вот это мне чел не нравится. Я понимаю, что это колизейные псы. Но если смотреть правде в глаза, знаете. Но это опасно. Потому что они все сталкиваются. Ой-ой-ой, вот об этом я и говорил. Минус. Так. Где? Все? Готово?
Их что, теперь двое будет? Ячейка. Я все ради ячейки делаю. Ой, блядь, только давайте без вот этой хери. Прикрытием, без прикрытия, я не могу с ней справиться. Воу-воу-воу. Ладно, но это на самом деле не так тяжело. Вот именно вот эти. Не будем забывать, ради чего я сейчас здесь. Ради Гео. Да ладно, и мне еще эта херь коснула. Тупое испытание. Когда это закончится? Сколько здесь волн? Колизей, колизей. Все? Да? Да ладно. Делимся. Блин, вы надоели, дайте мне. Все? Да сколько здесь этого испытания? О, бля. Я еще этих мух даже не встречал. Ну ладно. Впервые встретил, зато убил.
Пожалуйста, хватит. Все. Воин. Наконец-то. Косарь мне дали, ни хера себе. Ячейка амулета. Да, вот это на самом деле жестко, Колизей. Возвращением воин. Сделай взнос, и сможешь пройти испытание заведения. 400. Я 1000 заработал. Что ж, испытание ждет тебя, пусть твоя битва будет славной. Блин, а вот здесь я на самом деле уже даже не знаю, потому что... Пойди и сдохни. Давайте, короче, я сохранюсь. Карта получена, да, все. Мы с вами новый ячейк получили. Получили. Так. Текс, текс, текс. У меня есть вот этот еще. Зачем он мне нужен? Спасает из непроед. Так. Позволяет выстекать из врагов больше душ. Быстрая атака, да? Где-то мне дали. Троечка стоит. Ну пускай его, допустим, поры, да, я уберу. И вот это. Такое. Но, знаете, тоже, блин, ладно. Ладно, с чем играл, с тем и буду играть. Одену вонючку. Так, мы сохранились, короче. Ой, я же хотел одну вещь сделать и забыл. Карту посмотреть. Карта, 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 карта. Здесь мне нужно найти грязящий храм черного яйца. Каменное святилище. Жука, которая жрет ноги. Торговца этого. Мне нужен торговец. Вот где он, я его не вижу. Скорее всего, вот это он и есть, оранжевенький. Торговец, да. Это город слез получается. А точно это он? Даже торговец может быть и вот этот. В гребных пустошах. Короче, давайте в Грязмут отправимся. Пустимся в грибной пустошь и там разберемся. Я не знаю, что вот это за ворота. Они вообще не открываются, поэтому будем искать другой выход. Но мы как бы с вами все равно посмотрели, что за Колизей, да? Мы его тоже будем проходить. Мне нужно немного заточиться. Либо хотя бы прокачаться, потому что я ни хера не наношу. Зато спрыгнем, как раз проверим, что будет. Стоять. Мысли. Так, да.
Так, значит. Блин, а мне эти... Хотя, можно к той тетке сходить? Почему бы нет? Сходить и сказать ей, типа, смотри, у нас души есть. Там же 300, да, нужно было? Ну, 500 или сколько? Ах! Гвоздоносец, ты вернулся? Дай-ка взглянуть на твой гвоздегрез. Ах, в твоем гвоздегрез уже больше 200 сущностей. А ты показываешь потрясающие результаты. Что это за... Что это за огромная дверь снаружи? Та дверь давным-давно закрыта моим племенем, чтоб нами никогда не было открытой. Ах, ну насколько я могу судить, из племени в живых осталась я одна. А значит, мне не так стыдно сейчас нарушить древний запрет. Я верю в тебя и в знак этого открою эту дверь перед тобой. Что ж, дверь открыта, и ты можешь ступить в долину за ней. Прислушайся и, может, услышишь слова давно усопших жуков. Значит, 300 сущностей собран? Да, вижу, грезы этого древнего королевства начинают льнуть к тебе. Это воодушевляет. Твое появление определенно сделало мой безотходный труд приятней. Быть смотрительницей этого места работенка невеселая. Хотя мне не... Перестала жаловаться, следить за могилами, направлять гвоздоносцев на путь его. Все это в покоении за старые грехи. Иногда так важно держать равновесие. Возьми это безделушку в награду за твои свершения и возвращайся. Когда соберешь 500 сущностей, продолжай неустанно трудиться. Бледная руда! Да, щет. А сколько у меня? Подождите их. А, только 300. Блин, бледное блюдо. Бледное блюдо. Я могу еще, получается, прокачать на раз. Раз, это харпас. Да и бис. Пойдемте, короче, на лавочку присядем, а? Как вам слишком? Тихо. Пойдемте присядем мы с вами на дорожку. На дорожку. А вот видите, если бы я сюда не пришел, ну, по такому вот случаю, я бы не получил ни кристалла вот этого, я бы не получил открытую дверь, даже не знаю, что там, долина духов. О, еще один. Рано видеть вооруженного мотылька. Мы довольно мирные создания, но я не единственный из моего рода, кто взялся за оружие. Еще один мой родич бросил вызов окраинам этого мира, стремясь отыскать давно забытую истину. Интересно, что же с ним стало? Милли-жук. Хоть мое тело и порядком... Полиняло, внутри я не изменился. Каспелян. Берегись разума своего кроха. Темные мысли роются в извращенных умах, а мой был самый извещенный из всех извращений. Я думал, он меня и погубил, но затем я нашел эту долину. А в ней обрел своего рода покой. Раньше я могла... Я помогал другим, мне приводилось больных и умирающих. Но что это изменило? Любая победа над смертью всегда временна. Атрам. Не бойся, маленькое создание. Мирный воздух этого места, похоже, обуздал мою некогда истовую ярость. Слушать. Ты воин, Кроха?
Настоящий воин? Тот, кто может непоколебимо стоять в самом сердце бури? Ксин. Я видел его в своих грехах. Спасение королевства, лекарство от чумы. Лучше, что движутся нами телами. Вот ответ. Но король, почему? Он был против всех моих трудов. Его зависть, его безумие. Став у меня на пути, он отнял у меня бессмертие. Теперь же король и его королевские мертвы. Королевство мертвы, а я буду жить вечно. О, а там я вижу еще есть проход наверх. Грухак. Так, нам всегда что-то напоминало о наших ошибках. И тяготило ими. А, и тяготить ими. Ну, а читай по ним. Куда тебе идти не следует. Сотни гвоздей. Так, нравятся мои гвозди, маленький странник. Что, что бы ты там ни говорил, в легендах у меня с собой их только три. И все же, каждый острее предыдущего, да, и чтобы тебе разрубить, довольно лишь одного. Карина. Искать силу – пустое занятие, лучше искать что-нибудь другое. Непреклонный ну. Я уже так невыносимо долго жду. Уже ведь давно время обеда, не так ли? Молтон. Ох, странник, ты такой сильный, намного сильнее меня. Я так долго ждала, странник. Я так долго сражалась, странник. Я очень-очень устала. Королева скоро придет. Мне очень нужно немного поспать. Разбуди меня, когда придет королева. Странник. Может быть, королева научит летать нас обоих, странник. Будет, будет весело, правда же? Магнус. Как же славно, когда тебя слушают. Пусть даже ты один. Волди. Завидую твоему бесстрашную перед этим миром. Мне у тебя еще учиться и учиться. Не суди обо мне по одному только виду, хотя я и мал, но моя душа черная, а в бою много овладеет слепой ярость. То есть у них у всех? А не, ладно. Не приближайся, я не желаю вреда. Приветствую, собрат путешественник, отправляйся в путь. Я бы пошел с тобой, но так много времени прошло с тех пор, боюсь голова потерять перепугу. Да ладно, Вейнер, ты уже голову потерял, слушай. Уэйт, а теперь я понимаю. Идущие против короля обречены, едва поднимут оружие на него. Не надо называть меня предателем, просто величай меня глупцом. А я с ним сражался. Знаю, ты не отступишь, когда ты не... Я буду наблюдать за тобой. Осторожно. Не касайся меня. Я жгусь кислотой. Не хочу причинить вред. Это защитный механизм моего вида. Но он так мешает при встрече с другими жуками. А, так это все боссы будут. Скоро увидимся, сказал он мне. Но это было так давно. Куда же она направилась? Иди, докучай кому-нибудь еще. Я не тебя здесь жду. Кушать. У тебя все равно не хватило бы духу со мной сражаться. Чертополох. А, странник. Я много где бывал и много чего совершил за свою богатую жизнь, но ты, я полагаю, меня обскочишь. Я-то сам уже давно бросил ходить по пещерам Хэллоу-Неста, и с тех пор, думаю, они сделали еще опаснее. Ну, я уверен, у тебя все получится с твоим-то боевым настроем. Удачи, мир огромен, вот увидишь. Так, я прибыл сюда издалека, и хоть мой панцирь мог показаться тебе чужеродной диковиной, внутри я такой же жук, как и ты.
Так ты тоже будешь биться? Вижу, у тебя есть гвоздь, но, похоже, твой панцирь не развился до конца. В нынешнем состоянии тебе довольно опасно путешествовать, да и неразумно, к слову. Так, все, да? Но, как я вижу, у них еще есть у некоторых диалоги. Судя по мне... Все проблемы в этой жизни можно решить грубой силой. Такая простая мантра. Я всегда жил по ней. Тебе стоило бы последовать моему примеру. Да, ты, видимо, не сдюжен. Не бойся моего гниющего вида. Хоть мое тело и порядком полиняло, внутри я изменился. Тихо. Тебе нравится в нашей долине? Я бы дал тебе совет. Но раз ты уже тут, то, похоже, вполне можешь постоять за себя. Разглядываешь мои потрясающие отметины? Я погляжу. Видишь ли, я... Видишь ли, я происхожу из особого вида, хотя я не видал себе подобных уже очень давно. Разве мои гвозди не самые прекрасные в мире? Их сияние лезвию остры и смертоносны. Оболочки у меня на шее? Это мои прелестные друзья, всегда готов составить мне компанию. Да и общаться с ними интереснее, чем с местными чудаками. А, прикольненько. Крепись, воин Кроха. Раньше я был одержим силой, но пробыв в этой долине, я потерял к этому интерес. Стремись к столь порочной цели, что за глупец я был. Любимая победа над смертной всегда временна. Грустная мысль. Она смерть. Не пугайся моей внешности, здесь я по-настоящему нашел покой. Посещают ли тебя темные мысли, Кроха? Мне самому нелегко судить. Твой облик поистину невозмутим. Купи мои печеньки, они такие вкусненькие. Жуки в этой долине под моим надзором. Относитесь к ним с уважением, и с тобой ничего не случится. Но, замахнувшись на них гвоздем, будешь иметь дело со мной. Ну все. Так, все, в принципе, мы здесь посмотрели. Это, получается, все боссы, которые у нас будут. Ну, как мини-боссы, даже так сказать, да? Ой, тихо, что-то я разогнался так. Мне нужно пойти к нашему другу, позвонить в колокольчик. Позвонить в колокольчик. Дима Валова. Стоять. Подожди, дружок. Мне нужна карта. Ага, это... Мне нужно в Грязмут. Хотя давайте, короче, я в Грязмут приду. И, в принципе, можно закончить. Блин, я не знаю, где кислотную слезу искать. Мы просто бегаем, считай, ищем проходы, которые, по сути, мы еще не должны быть там. Но мы уже там были. Допустим, та же вот бездна, да? В которой мы побывали. Хотя мы там вообще даже не должны быть. Так, хорошо, что у нас есть? Давайте смотреть. У меня один осколок. Мне нужно еще один, чтобы заточить на следующий уровень меч. Как-то так. Так, посмотрим, что у кого что есть на продажу. Икобас. Все понятно, потому что мне 2600.
А ты что-то хочешь мне рассказать? Ты ничего не чувствуешь? В воздухе внезапно стала такая ужасная вонь. Клянусь, обычно в нашем городе пахнет гораздо лучше. Прошу, прими мои искренние извинения. Как там твои происхождения внизу? Пока... А, ну все, это уже было, все. Он начал диалоги заново. И нужно еще будет в дом к этой сходить. Папа, надо. Новая, у нас ничего нету на продажу. Возвращение белого спасителя. Долго они были далеко друг от друга, и древняя раньше такая тепность, так это уже было. Как будто почувствовала спасение внезапное. Это да и было. Ладно, давайте тогда на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!